У селищі Донець на Зміївщині новий стоматологічний кабінет. Його відкриття стало для села справжнім святом, адже відтепер, щоб отримати допомогу стоматолога, мешканцям Дінця не потрібно їхати за кілька кілометрів. Пока не было кабинета, где лечили зубы жители поселка? Ездили в Комсомольскую поликлинику. Это 3 километра отсюда, и поэтому старым людям не очень удобно. Поэтому они приходили ко мне и говорили: «Лена, вырви зуб». Ну, извините, я говорю, не могу. Давайте как-то думать о том, что как-то нужно сделать этот кабинет. Це була її мрія, говорить Олена Ященко. Мати в амбулаторії рідного села сучасний стоматологічний кабінет. За допомогою жителі Дінця звернулися до народного депутата України Євгенія Мураєва. Євгеній Володимирович забезпечив кабінет сучасним стоматологічним обладнанням, а Комсомольська селищна рада допомогла із ремонтом. Нашли возможности, нашли средства, нашли людей, которые все сделали. Сегодня замечательное у нас мероприятие. Вас поздравляю. Обращайтесь в поселковый совет со своими проблемами. Все, мы решим, все вместе будет у нас все замечательно. С праздником! Это тебе добавить? Тебе? И мне, можно я тоже себе кусочек? Да. И мне добавить. Нравится? Да. Плакать не будете? Нет. Бояться не будете? Нет. Обещаете? Да. Не слышу? Да. У нас сегодня на самом деле получился прекрасный праздник. Пришло очень много жителей, приехали гости, потому что это знаковое событие. Эта программа была начата по инициативе Евгения Владимировича Мураева. Был такой запрос от жителей, это была очень серьезная проблема, стоматологические кабинеты. И людям приходилось ездить в крупные центры. За підтримки Євгенія Мураєва та благодійного фонду «Крок за кроком» у селах Харківського та Зміївського районів за 4 роки відкрито 10 сучасних стоматологічних кабінетів. У найближчих планах – будівництво у селищі Лиман – амбулаторія сімейної медицини. Уже довгі роки там немає свого приміщення. Вот, амбулаторія працює в приміщенні, яке орендує. И оно уже, собственно говоря, в таком состоянии, которое не позволяет там нормально работать. Есть проект, вот мы его вот уже оплачиваем и забираем этот проект. И есть большое желание построить совершенно по новому плану уже такую современную амбулаторию с жильем для врача.